Говорят, Тхаба вчера была закрыта. Да. А вы там как были? На Тхаба вчера 2 часа уехала спокойно. Обратно вернулась 5:30. Просто без горячей, без грязей, просто горячих бассейнов, прохладных бассейнов. За 100 донгов всего. Отличная. Покушала, ага. Вот отдала одна 70 донгов, выпила донгов, бутылочка пива. Фо, очень понравился, фо прям такой вкусненький. И брала я, по-моему, яйца, омлет. Все, мне одной хватило очень. Народу много, в основном с детьми, по всем бассейнам. И самое главное, китайцы вообще почти не было. Они приехали уже позже, видно, их автобусом привезли, увезли. Вообще замечательно. Я отдохнула вчера, замечательно. Спасибо. Спасибо большое.